В четверг, 2 марта, на юридическом факультете Казанского федерального университета состоялась открытая лекция профессора университета Дуэста Бильбао Филиппа Гомеса. Основной темой лекции стало правосудие переходного периода, в плане перехода от диктатуры к демократии и от конфликта к миру. В этот день я буду говорить о трех аспектах в правосудии переходного периода. Во-первых, право на то, чтобы люди знали истину, чтобы они знали то, что было и какие права были нарушены. Во-вторых, это право на справедливость. И в-третьих, будут рассмотрены компенсации жертв, пострадавшим во время конфликтов. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.